Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня перед шабатом займемся высшей математикой. Но сначала, вы знаете, вот в Торе есть все, в недельных главах есть все. Вот я Гедалия Спинадель подсказал интереснейшую вещь. Откуда, например, танец 740 название? Кто знает? Никто из недельной главы нашей. Пожалуйста, Яков жил 7 лет, и 40 лет, и 100 лет. То есть 7-40, пожалуйста. Но мы займемся более серьезной математикой, высшей сегодня. Не пугайтесь, поговорим об алгоритмах. Только правда, не пугайтесь. Что такое алгоритм вообще? Алгоритм – это система последовательных операций в соответствии с определенными правилами для решения какой-то определенной задачи. И вот совокупность вот этих последовательных шагов, схема действий, которая приведет нас к желаемому результату, называется алгоритм. Вот нам это рассказал Джонатан Сакс, великий раввин. Об алгоритме все говорят уже много, у всего есть алгоритм, своя совокупность действий. Давным-давно у подножья горы Синай Бог встретил один народ и дал ему алгоритм, название которому Тора. Как работает алгоритм, понятия никто не имеет. Но все видят, что он работает. Сегодня мир уже меняется быстрее, чем обычно. И с каждым годом нужно все больше преуспевать, нужно качество, там, развитие и так далее. Я хочу сказать вам, что происходит с человеком, который пускает Тору, иудаизм в свою жизнь. Прежде всего, это укрепляет ваши отношения важные, потому что не может человек в одиночку ничего в этом мире сегодня сделать. Для того, чтобы идти по жизни, нужно, чтобы ваш успех, ваше ощущение счастья зависело еще от окружающих, от ощущения того, что происходит в этом мире. И поэтому первое, это что сделает для вас иудаизм, он укрепит ваши отношения и качество отношений с близкими вам людьми. Во-вторых, любой успех всегда зависит от самодисциплины. От умения концентрации. Там. Галаха, еврейский закон, это лучшая в мире школа для воспитания самодисциплины и силы воли. Все едят там кусок сала, а вы нет. Это единственный способ преуспеть сегодня. В-третьих, что, если вы хотите избежать перенапряжения, истощения, депрессняка в середине своей деятельности, карьеры, вы должны открыть для себя субботу и соблюдать ее. Это лучшая в мире школа для умения восстановить равновесие между работой и жизнью. Суббота. Это великая сила субботы, почему мы сегодня и говорим об этом. Во времена Моше суббота была днем свободы от тяжелого труда фараона. В наше время это свобода от порабощения социальными сетями, электропочтой, звонками, телефонами и так далее. В-четвертых, вы научитесь благодарности. Когда вы живете по иудаизму, то первые слова утром просыпаетесь, как есть, ставится, благодарю тебя, Всевышний, что я, и так далее. Благодарность. Если вы живете таким образом, да, то вы не ждете, когда придет счастье, вы благодарите, благодарите, и потому это вот это и есть путь к счастью, и вы удостоите жизнь другой. В-пятых, иудаизм поддержит вашу способность мыслить, потому что надо учиться, учиться, все время учиться. Шестое, это независимо от того, чем вы занимаетесь в жизни, вам всегда будет нужен какой-то хотя бы минимальный моральный кодекс, внутренний голос, который может подсказать вам слово «нет». Он необходим вам, и иудаизм учит, что такое «да», что такое «нет». И седьмое и последнее. Для счастья, для успеха, для стойкости нам нужно чувство какой-то самоидентификации. Мы должны знать, что мы участники какой-то истории, какой-то роль у нас есть, что мы не просто какой-то атом, там, бегающий от одного к другому. Это, и вот то, что и дает иудаизм, это возможность участвовать в величайшей истории на Земле. Да. Вот эти семь вещей не просто что-то поменяют в вашей жизни, они внесут кардинальные изменения в вашу жизнь. Они являются частью удивительного такого вот этого еврейского алгоритма. Это нелегко, это требует вложений, сил, воли, но тяжелые вещи нас закаляют, и мы становимся сильнее. Трудности – это то, что влияет на нас. Измените себя, и вы поменяете мир. Через год буквально вы оглянетесь назад и скажете, что это было лучшее решение, которое вы когда-то принимали. Вам ведь не нравится то, что творится в мире, и мне не нравится, и другим. Давайте вместе менять его. Шаббат этой недельной главы называется «Шаббат Казак».
Крепись, говорят все в конце, крепись и будем сильнее. Книга Брешит завершена. Завершен период, который был отпущен нам в этом году для того, чтобы попытаться вдуматься в духовное состояние мира, найти свою точку в этой духовности. Теперь начинается Шмот. Это другая энергия. И о ней мы поговорим, блин, Эдерс, позже. А сегодня у нас наступает энергия Шаббата. Хорошего вам Шаббата. Шаббат шалом. Удачи. Спокойного, вот, мирного неба. И чтобы вдумайтесь, что если принять правильное решение, потом выиграешь очень много. Шаббат шалом.